Ну и последнее. Укрепить оборону и прежде всего позицию вратаря. Решая эту задачу, «Локомотив» заключил контракты с двумя новичками. Состав железнодорожников пополнили голкипер Стефан Лиф и защитник Павел Траханов. Первый из них в прошлом сезоне играл за «Сибирь». 30-летний вратарь, чемпион Олимпиады, мира 2006 года в сборной Швеции, неоднократный призер первенств планеты. Траханов, выступая за «Атлант», дошел до финала Кубка Гагарина. Там его бывший клуб занял второе место, а ранее не допустил до противостояния с Салаватом Юлаевым «Локомотив».